Нашій ранковій студії ліричний холостяк, вокаліст, продюсер Андрій Невін. Доброго ранку. Привет, доброго ранку. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Ну, ти знаєш, ти там так красиво крокував по узбережжю і докрокувався сюди до нашої ранкової студії. Абсолютно верно. Сьогодні, несмотря на сложний трафік, я крок за кроком йшов до вашої студії і нарешті я тут. Ми сьогодні дізналися, що цей кліп знімався в Одесі, мало зніматися все-таки в Греції. Розкажи, будь ласка, ще нашим глядачам, за скільки часу ти його зняв і чому ти передумав все ж таки там знімати? Это на самом деле не клип, а лирик-видео, так скажем. И он был снят абсолютно спонтанно. Снимали буквально около 40 минут. Вот. Це тому, що ідея вдалася, чи тому, що професійна команда швидко реагувала? Все пазли сошлись, просто вот как бы спонтанно. Поехали, был у меня ковид, я отменил этот концерт, который был в Одессе, но все-таки как-то вот почувствовал себя за два дня до него легче, понял, что уже две недели прошло, пойду сдам тест. Сдал тест, все отрицательно, решил поехать. Поехали, выступили, был супер концерт. Потом получилось так, что солнце, классный пляж. Думаем, пойдем поснимаем. Ребят, поехали поснимаем. Вот, именно спонтанно. И вот получилось такое лирик-видео. 5 декабря мы хотели снимать на него официальный клип, на эту песню. Но мне кажется, что Украина, она настолько прекрасная. Вот, украинская Одесса, которая солнечная, озарила это видео. Дивись, Україна, українська Одеса, українська мова. Це перший трек українською мовою. Так. От скажи, будь ласка, як тобі вперше співати українською? Чи були якісь складнощі? Знаєш, от сприйняті, це ж зовсім інша мова спілкування з глядачем. І як глядач відреагував на композицію? Глядач відреагував на композицію дуже файно. Як каже мій друг Андрій Підлужний, який написав багато українських пісень, це автор найкращий, один із найкращих авторів українських пісень, поки Андрій Осадчук не написав пісню «Кроками». Ага, це його текст, так, правильно? Андрій Осадчук – це автор пісні «Кроками», і музика, і слова. Вау. И музыка, и слова. На самом деле, вопрос в чем? Я обожаю украинский язык. Это один из самых лучших, то есть после итальянского он самый поющий, как говорят в мире. Мы сегодня, до речи, про это говорили. Вот видите, я чувствую, я чувствую энергетику. Вот. И я всегда хотел писать песни, просто у нас, к сожалению, несмотря на то, что очень много талантливых людей, мало кто может написать от души классный украинский текст. То есть я же поэтому и говорю, что то есть получается, вот я могу там на пальцах пересчитать, но очень мало людей, кто может написать классный украинский текст, который вот не просто так, не от души, а все, в принципе, я думаю, пишут от души, но вопрос в том, что хочется слышать его и верить, что он написан не просто так, чтобы сделать хит, а ну вот как здесь. Дивись, ти коли написав цю пісню, ну ти виконав цю пісню, випустили, ви думали, що це буде хіт, чи це буде така, знаєш, ну прохідна пісня? Я никогда не пою песен, какие я считаю проходными. Вот. С тысячи песен я слушаю и выбираю в свой репертуар, поэтому я делаю не альбомы, а синглы, потому что сингл — это событие. И я не хочу, чтобы это детище, как те песни, которые я пою, это каждый вот это детище, которое вот и мы рожаем. И ну, именно рожаем так, что ну, это как ребенок. Рожаємо, доносимо, да, да, так? Это как ребенок, которого мы доносим, да. А ось дивися, якщо казати про пісню, вона про кохання, про яке от для тебе? Тому що коли слухач слухає, він розуміє кожен своє кохання. Про спасибо що за этот вопрос, потому что это очень классный вопрос. Песня «Кроками» — это песня по пути большой, искренней, настоящей любви, почти безусловной. У нас часто бывают такие моменты, когда, как в словах поется, «За клопоты несправыми, для зерок непомитными». Мы часто не замечаем вокруг, что между нами происходит. Вот мы сейчас с вами общаемся, вот, и это и есть настоящая жизнь на моменте, какой мы проживаем. И вот мы часто из-за того, что боимся отпустить прошлое,
и боимся, какое у нас будет будущее, не замечаем нашего настоящего, вот этого момента, который сейчас у нас происходит. Мы просто как бы пролетаем мимо этого, надеясь на что-то другое. Поэтому эта песня о любви, безусловно, любви к детям, к людям, какие вокруг нас. Потому что... вот вы замужем? Нет. Ну вот. А вопрос в том, что, возможно, ваша половина находится вот где-то здесь, рядом, а вы ее не замечаете, потому что я від тебе стою над водотики, та між нами ще не було таких далей. Ух ти! Тобто якесь протиріччя виникає, не наче близько, не наче далеко. Абсолютно вірно. А ми знаємо ще один такий цікавий момент про те, що ти став хрещеним батьком, правильно? Да, у мене по всім прогнозам в цьому році должна була, як мінімум, даже не то, что появится дочь. Если вы там... У меня было одно мероприятие, где я посетил... Есть один артист, который делает безалкогольные вечеринки. Uh-huh. Он занимается ретритами, йогой. Вот. И я посетил это мероприятие. Там была такая девушка, ее зовут Мишель, она делала какао-церемонию. И она подходит и говорит: я хотела бы вам разложить карты Таро. Я вообще не по этим делам. Она раскладывает эти мне. Я говорю: ну, давайте попробуем. Раскладывает мне карты, говорит: вы знаете, в этом году у вас много чего рассказала там про карьеру, там про какие-то дела. Справилась? Да, кстати говоря. Вы знаете, я очень был поражен. Кстати, Мишель, спасибо тебе. Я вспоминаю часто тебя. Вот. И... Она говорит: у вас должна быть в этом году дочь. Я не понял, у меня как бы произошел там разрыв отношений, кстати, разного формата, в том числе окружение почистилось до такой степени, что есть много близких людей, какие были до начала запуска песни «Пьяная любовь» в эфире, угу, которого я вас 25 июня презентовал. И после этого вот многое начало всего меняться, происходить. Как только я начал что-то делать для себя, люди некоторые начали останавливаться и отходить из моей жизни. Очень много, даже в том числе и близких людей, какие вот были. Сейчас вообще другое окружение, еще больше поменялось. Так теперь ты будешь верить в то, что тебе предвещает, что все-таки... Да, я вот хотел договорить. И вот Лиза, она говорит: у вас будет дочь Лиза. Я говорю: как бы интересно, ну окей. Угу. Вот, и звонит автор песни «Крокомы» Андрей Осадчук. Вот, и говорит: Андрюха, привет. Я хотел бы, чтобы ты стал крестным отцом нашей дочки Елизаветы. Это буквально ого, через пару... Да, и все-таки, да, мечты сбываются. Поэтому у меня появилась дочь Елизавета. Андрюха, спасибо тебе за такого прекрасного чада. А я обожаю ее. Тобто, мені здається, все почало прекрасно змінюватися. З'явилася донька Елизавета, з'явилася пісня українською «Крокомы». Кожен чоловік бажає біля себе мати донечку з рожевими щічками. У мене є син, чудово, ага, його звати Макар, але без донечки, ви ж розумієте, куди. Все моє творчество, воно посвящається любві, настоящей, искренней, і вам, дорогі, любимі жінки, тому що ради вас я пою і живу. Дівчата, я не знаю, тепер приймайте ці компліменти від нашого ранкового гостя. Я міг би зробити завершення, да, але коли кажуть: дорогі дівчата, вам кохані, я можу побажати лише того самого, що і сказав Андрій. Ми нагадаємо, що сьогодні у нас в студії був Андрій Невін з презентацією нової пісні, нового кліпу «Кроками», яку мали знімати кліп, але вже не буде, тому що Україна прекрасна. Любіть також Україну. Андрій, ще раз дякуємо. Ми, можливо, ще будемо з тобою зустрічатися не раз, віримо все, тому що, знаєш, як сказав класно, була презентація вашої пісні у студії, потім все почало змінюватися. І ми переконані, що сьогодні знову настане час змін. Ми тобі ще раз дякуємо, що завітав. Вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що надалі будемо вас дивувати якісним та корисним контентом. Просто будьте разом з нами. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а ми і надалі будемо вас радувати корисною та актуальною інформацією.